В четверг группа криминалистов и дознавателей выехала на место происшествия рядом с деревней Малышовка. Там, в нескольких сотнях метров от дороги, был обнаружен сгоревший автомобиль «Тойота», в котором находилось обугленное тело мужчины. Следствие пока не выдвигает конкретной версии, проводится экспертиза. А в ночь на четверг в микрорайоне Новый 4 загорелся дом. На место пожара было направлено 3 пожарные автоцистерны. На момент прибытия пожарных подразделений в квартире от горения на площади 2 квадратных метра и сильное задымление. Снаружи видимых следов пожара нет, пострадавших тоже. Во время задымления из двухэтажного дома эвакуировали 8 человек, в том числе и ребенка. Известно, что в 82-м доме барачного типа недавно проходили ремонтно-сварочные работы. Возможно, это и послужило причиной воспламенения.